Поддержим отечественного производителя. В рамках выездного совещания члены районного совета депутатов от партии «Единая Россия» посетили крупные мебельные предприятия Щелковского района, фабрики «Лидер», стильные кухни, «Роникон». В Московской области отмечен рост предприятий малого и среднего бизнеса. Это связано, в частности, с поддержкой со стороны и местных властей, и регионального правительства. Есть у них по лизинговым платежам субсидии, по кредитам, они там проценты. А вы уже пользовались такой? Раньше пользовались, да. То есть это реально? Да, это реально, это очень хорошая вещь, очень полезная и здорово нам помогает жить. Налаженная работа компании позволяет обеспечить жителей рабочими местами. Например, в компании «Роникон» работает порядка 800 человек, около 500 из них – жители Щелковского региона. Грамотно поставленное производство позволяет даже в кризисные моменты сохранять стабильный уровень заработной платы. На предприятиях работают не только опытные специалисты, двери открыты и для молодежи. Депутаты ознакомились с производством составляющих элементов и сборкой мебели. Они отметили, что все предприятия оснащены современным оборудованием и, что немаловажно, постепенно перешли к использованию отечественного сырья в производстве мебели. На нашей фабрике мы используем материалы в основном отечественного производства. Это пиломатериалы, древесные материалы, это доска березы, доска бука. Мы перешли на отечественных поставщиков. Это, например, Сыктывкарский фанерный завод, это завод в Гагарине. В целом депутаты отметили, что отечественное производство в районе набирает обороты и производит конкурентоспособную качественную мебельную продукцию. Предприятия работают стабильно, это радует. Вот. И мне хочется призвать и жителей Щелковского района прежде всего поддерживать наши щелковские предприятия. Ольга Аржанова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».